Друзья, всем привет! Сегодня хочу снять видео, сделать видеообзор о том, можно ли за летний сезон получить два урожая картофеля. Это миф или реальность? Сразу скажу вам, что это самая натуральная реальность. Так сделал я. Посадил картофель повторно 5 июля. Сейчас у нас уже 30 августа. Картошка очень себя хорошо показала. Она быстро выросла, цветет. И уже буду делать первые подкопки молодой картошечки. А видео о том, как я сажал, есть. По ссылочке можете перейти посмотреть. Это сорт киви. И жалко его выкидывать. Решили его еще раз повторно посадить. В сентябре он будет уже готов к твоему капу. Данную посадку мы делаем для того, чтобы собрать семена. Предварительно перекопав, сделал вот такие луночки. Вот она, 10 сантиметров. Расстояние между лунками 45 сантиметров. Между клубнями 35. Сейчас буду зарывать. Привет. Сегодня у нас 14 июля. И картофель киви, который я сажал 5 июля, уже у меня взошел. Это очень радует. Зашел он уже 2 дня назад. Просто не было времени снимать. Кошак там наш. Значит, пророщенные клубни были. Не скурит. Также картофельные семена. В сентябре месяце мы точно соберем. Здесь она тоже зашла, хотя здесь у нас тенек. Это сорт киви. По правде говоря, он поздний сорт, но поскольку лето получилось и дождливое, и в то же время теплое, он очень быстро начал прорастать. Одно из требований при посадке картофеля, нужно, чтобы картофель у вас был с ростками проросший. Этот клубень я уже передержал, специально держу его для того, чтобы снять видео. То есть уже были росточки. Здесь уже, смотрите, появились маленькие картошинки. Вот я сажал без картошинок, с росточками. И через неделю в теплой прогретой земле у меня уже появились всходы. Вот. Картофель дружно созревает, цветение. Действительно, как колорадский жук его не одолевает. Даже фитофтороза не берет. Очень всем рекомендую сорт киви. Вот. Сажайте. Обязательно будете с картошечкой. Выбирайте только ранние сорта. Среднеранние, ранние. И у вас обязательно он вырастет за лето. Ну, скажем так, что я сейчас подкопаю. А полное выкапывание буду делать уже в сентябре. Где-то около 20 числа сентября. Хотя, может быть, даже и просто будем выкапывать и кушать ее. Скорее всего, мы так это и сделаем. Вот такая картошечка. Всем рекомендую. Сажайте по 2 раза. Не выбрасывайте вот такие проросшие клубни. Потому как они вам обязательно пригодятся. Не спешите выбрасывать их. Даже в конце июня месяца. Пусть они у вас в темном месте находятся, и они пригодятся вам. Друзья, хочу вам посоветовать, даже если у вас остался вот такой картофель, там ведро или 2 в июне месяце, и вы решили его выбросить, не спешите выбрасывать, потому как и даже из такого картофеля можно сделать пользу. Также я тоже вычищал подвал, все лишнее убрал. Такой картофель нашел, я посадил возле дома,
А потом еще гараж. Прибирался в гараже, нашел еще пол мешка картофеля. Даже чуть меньше там. Вот такого же проросшего. А это был уже конец июля. Конец июля. И реально мне стало даже выбрасывать его. Жалко. Что я сделал? Я сделал вот такой бурт. Вот такой бурт небольшой. Здесь буквально метр на метр. Я просто слоями друг другу выложил картофель. Присыпал немного землей. Буквально там тонким слоем. И сверху уложил солому. И посмотрите, что получилось. Картофель зашел без проблем, также дождь его полил. Все, и в конце сентября, начале октября можно его выкапывать. Я никогда под солому не сажал, видал много видео об этом, то, что получается хороший урожай. Ну, посмотрим, что получится. Хотя мне здесь соседские куры мешают этому процессу. Постоянно приходят и раскапывают. Ну, что получится, то получится. Клубни картофеля чуть меньше, чем куриное яйцо. Но для 55-го дня с момента посадки это даже очень хорошо. Самый раз на еду молоденькая картошечка с огурчиками. Отлично, отлично. Друзья, сажайте два раза. У вас будет обязательно всегда чистый, свежий урожай для употребления. Вот столько мы подкопали молодой картошечки. Она еще шелушится. Ну, для еды самый раз. Здесь 5 кустиков. Так что 2 урожая за сезон вполне реально. Просто выбирайте ранние сорта картофеля. Всем спасибо за внимание. Всем хороших урожаев. Кому стало полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!